Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию антинубиков в Майнкрафте. В этой серии мы всем будем доказывать то, что я не нубик, и то, что ты не нубик. То, что мы настоящие профессионалы. И в следующем сезоне Катеридзе мы докажем самой Катеридзе то, что она обучается у самого бога Майнкрафта. В чем заключается суть этой карты? Перед ее началом нужно помедитировать, перед ее началом нужно собраться, перед ее началом нужно войти в нирвану и войти во все проходы, задние, передние, влажные, невлажные, боже, что я несу. Сосредоточиться нужно. И поставить лайкокос, и подписос на канал, и колоколос. Кто не подпишется на канал, тот нубик, а кто подпишется, тот правая рука бога Майнкрафта. Кто-то нам говорит, чтобы мы с вами развернулись. Повернись назад. Опа! В чем заключается суть этой карты? У нас в каждом уровне майнписки игры. Кто не помнит, мы давненько начали такую игру, мы обучаемся Майнкрафту. В каждом уровне у нас будет какой-то определенный дом. И автор карты говорит, чтобы мы сломали этот дом доступными нам методами. То есть он может дать нам всего лишь одну палку, которая может ломать, допустим, только стекло. И он говорит, уничтожь дом. И я такой, как? А он такой, а вот так. Я такой, ты что, дебил? А он такой, да ты дебил. Я говорю, ты дебил? Он такой, давай дружить. А давай, а бургер есть? Кушать хочу. Жрать хочу, ребят. Чтобы вы понимали, я никак не могу ломать этот дом. Поэтому нам нужно будет придумать способ. Что пишет в чате? То, что, ой, какой миленький домик. Будет очень печально, если его кто-то сломает. Ты знаешь, что делать. Я знаю, что делать. Так, мне нужно найти способ, как сломать этот дом. Ага, ага. Кремень, ага. У нас есть кремень, у нас есть железо. Изи, пизи, лемон, сквизи. В принципе, мы уже знаем, что делать, да? Грифер шоу, антинубик шоу, майнписские игры. Бросаем вызов всем майнкрафтерам, мунцруфтерам. Мы обучаемся, ребята, мы обучаемся самому лучшему, что существует в Майнкрафте. Это гриферству. Ну, мне кажется, что это первый уровень, он такой обучающий, поэтому здесь ничего сложного не будет. Как я уже сказал, в первую очередь подпишись, пожалуйста, сейчас на канал. Кто сейчас смотрит этот ролик, кто не подписан, тот ленивая срокотанция. Кто подписался, тот не срокотанция. Кто не подставил лайк, у того завтра с его домом вот такая же шняга произойдет, как сейчас происходит у вас на глазах. Поэтому лучше подпишись. Лучше подпишись. Ты когда уже догоришь, сволочь? Переключите уровень на следующий. Пожалуйста! Так, что-то идет не по плану. Или все идет по плану, я не могу понять. Все, я уже, в принципе, нормально уничтожил этот дом. Отстаньте, пожалуйста, от меня. А, все. Фу, добро пожаловать на карту «Уничтожь». Дом. Дом Джамшута. Джамшут и Равшан строили этот дом 3 года. На каждом уровне есть определенное количество блоков, процентов, которые ты должен уничтожить. И только тогда меня перекинут на следующий уровень. Если меня не перекидывает, значит я не полностью уничтожил дом, и мне нужно исправлять эту проблему. И в чате пишет, на этой карте будут читерить только нубы. Поэтому запомните это, ребята, я не нуб, если что. Так, у нас есть иглу, да, как она называется, и нам нужно ее как-то уничтожить. Здорово, дровеньки булы, а что здесь? Тук-тук, ядрена мать, Санта-Клаус, Дед Мороз, если по-русски, я вам подарки принес, у вас здесь нет дымохода, поэтому ловите через окно. Какие непослушные, непослушные детишки здесь живут в этом доме. Закрыли дом от Санта-Клауса, я не могу войти в этот дом. Так, я пока не понимаю, что нам нужно делать. Здесь у нас есть ТНТ. Я не нубик, мы антинубик шоу. Что у нас? Палка. Палка может ломать ТНТ. Ну это очень просто. Чтобы вы понимали, на всех картах есть какие-то определенные правила. Допустим, я не могу ставить ТНТ вот здесь, потому что, как я уже сказал, есть какие-то правила. Я не могу выбрасывать ТНТ, да? То есть мне нужно поставить ТНТ как-то на редстоун факел, потому что здесь так и написано. Ставить на редстоун факел. Лети лепесток на северо-восток, дяде Бабе Зине, тете Гале, Санта-Клаусу мы наврали. Стишок на 5+, Санта-Клаус, мне кажется, я заслужил подарка на Новый год, на Рождество. Как мне поставить этот сраный... Почему я могу пройти сквозь вот этот? Ладно. Я... Новый год! Приближается к нам! Та-т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 ам!
Как я понимаю, мне нужно залезть туда наверх, да? Вот туда. Вот туда, туда, тудашеньки. А как мне залезть туда, туда, тудашеньки, я пока не понимаю. Помните, ребзя, то, что читерить будет только нуб. Собака. А как мне туда за... Как мне туда... Да пустите, пусть... Собаки, фашисты! Сложно, 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 не могу... Нос чешется, почешите кто-то нос. Как мне сюда залезть, я ничего не могу... Ну почему, почему в Майнкрафте это не продумано, почему... Да, собака. Прекрасно, прекрасно, может с этой стороны, давайте. Я сказал бжу. На лифте поднимаемся, мне, пожалуйста, остановите на 10-м этаже. Я сказал, на 10-м этаже остановите, пожалуйста. Ага. Ага, 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 Что? Пожалейте меня, пожалуйста. Я не настолько... Да... Слушайте. Я с этой стороны, да? С этой стороны я залажу. Ага. Хорошо, я залажу с этой стороны. Залезаю. Да, я сказал, залезаю с этой стороны. Я сказал, залезаю с этой стороны. Я ничего не понимаю. Эдисон, помни, читерить будет только нубик. Я помню. Опа! Америка, Европа. Так, подождите. Мне кажется, мне туда нужно, да? Слушайте, если я сейчас промажу, если я улечу туда вниз, это будет очень печально. Опа! Нет, я не улечу. Я сказал, я не улечу вниз. Да! Да! А какой уровень? Это уже третий. Господи, это мне нужно уничтожить вот этот дом. Лучший дом на этой планете. Ну, не такой лучший, как мой сральник из Горно-Алтайска, который мне подарили. Сральник такой деревянный в виде копилки. Вот это самый лучший дом. Окей, а что мне нужно? Что там написано? Что? Неважно, что там написано. Эдисон, мало кашки ел. Пожалуйста, дайте мне нажать на эту дьявольскую кнопку. Что? Пам. Я не могу нажать. Я нажимаю, да, но... Господи, дайте мне... Пу! Я боюсь то, что я сейчас просто шандарахнусь туда вниз, поэтому нужно как-то исправлять эту ситуацию. Пожалуйста, дайте мне... Нажми на эту проклятую демоническую кнопку! Опа! Прекрасно. Всё? Всё? Я даже не понял, что я сделал. Хорошо. Третий уровень. Побег из тюрьмы. Все на свободу, все, неважно, вы там дети, маньяки, убийцы, ели детей, ели свиней, неважно. Убегайте. Просто выпустите меня. Даст видос сразу на 4-й уровень. Покедова. Нет, так не работает. Ремонтник. Что он ремонтирует? Он за звезду ремонтирует. Ничего не понял. Хорошо, что у нас здесь есть? За башку Стива я могу купить звезду. За Редстоун я могу купить паутину. Опа, палка. С помощью палки я могу ломать рычаги. А вы уверены, то, что мне это нужно делать? Я боюсь, то, что я сейчас реально что-то прям нахимичу, и все пойдет по одному прекрасному месту. Так, хорошо. За рычаг я могу купить эту самую голову. Хорошо. Здесь что? Здесь ничего я не могу сделать. Верни рычаг, я случайно его выбросил, верни! За рычаг я покупаю голову. А, я уже купил голову. Беру звезду. За звезду покупаю редстоун блок. За редстоун блок покупаю паутину. Я не знаю, что я сейчас делаю, но что-то да и делаю. За паутину я должен купить... А что я должен за паутину купить? У меня такой вопрос. Подождите. Господин, подскажите мне, пожалуйста, а что я могу купить дальше за паутину?
Опа! За 8 паутин. Спасибо большое, то, что дали все рычаги. Огромное спасибо, они мне 100% пригодятся. Хорошо. Покупаем 8 голов. Я не понимаю, что я сейчас буду делать. За 8 голов я покупаю 8 звезд ада. За 8 звезд ада... Иди сюда. За 8 звезд ада я покупаю 8 редстоун блоков. За 7 редстоун блоков я покупаю 7 паутины. Это ваше, вы потеряли, когда отдавали мне рычаги. Ага, я покупаю дверь. За эту дверь я могу поставить на шерсть. Ну, я, единственную шерсть я вижу вот здесь. Магия! It's magic! TNT я могу поставить на редстоун факел. Редстоун факел я видел только в этой комнате. До свидания, извини, пожалуйста, что я сейчас пожертвую всеми вами. Прекрасно! Божечки, божечки, паркур, вы чё издеваетесь, какой паркур, чё, куда, зачем, почему, что, зачем, почему ты, автор этой карты, подумал то, что паркур это хорошая идея? Короче, мне кажется, половину карты мы уже прошли. Если ты хочешь продолжение майнписских игр, если ты хочешь антинубик шоу, ставь лайкокос на эту серию. Если мы доберем хотя бы 20 тысяч лайков, я обещаю то, что сразу же выйдет следующее. Не забудь подписаться на канал, или с твоим домом произойдет то, что происходило с предыдущими домами. А ты же не хочешь этого? Я скажу тебе огромнейшее спасибо за просмотр. Мне будет очень приятно, если посмотришь эту серию, которая сейчас надо мной появится. Подсказочка. Оп, оп, кто лучший подписчик? Готов, готов, давай. Раз, два, три. Смотри обязательно. Мне будет очень приятно. Я тебе еще раз скажу огромное спасибо, пока горит моя срака. Всем удачи и всем пока.